Всем доброго времени суток. Находимся мы на рыбалке. Это уже четвертая серия. В предыдущей мы рыбачили, потом пошли по мосту прогуляться по дороге разобранной, раскапанной. И вот я вернулся и смотрю, оставили мы удочку деревянную здесь рыбачить. Вон рыба только что вывернулась. И наша удочка вон где остановилась. Наверное, мелочь какая-то клюнула. Она мелочь, щука что ли? Непонятно. Сейчас заплывем, посмотрим, почему она там находится. Конечно, такого не ожидал, что удочку рыба нашу уволочит, стащит. Сейчас посмотрим, что там на удочке. Обмыл сапоги. Плывем за нашей удочкой. Поплавка не видно. Что там за такие монстры я стащил? Она тут вот стояла, заброшена была. А уже в воде. И стоит на месте. Ветер не тянет. Значит, какая-то рыбина ее держит все-таки. Было надо привязать. Так. Опа. О, ого. Все, ушло. Вместе совсем. Походу словилась мелочь какая-то. Она мелочь, штука. Обрезала. Короче, ушла рыба. Скорее всего, что щупачок был. Леска тонкая, без поводка, но дергала нормально так. Сейчас поплывем ловить живца. Конечно, интересно. Ну, остались без поплавка мы. И без поплавка, и без крючка. Что-нибудь навяжем. Вот его у нас крючок есть. А в качестве поплавка что-нибудь придумаем. Ну, сошла щучка. Видать, взялась на это, на мелочевку. Покуда мы гуляли, нашей удочки съели оснастку. Так, грузик сделаем. Сейчас посмотрю, что у меня тут есть, что можно заделать что-то. Ну, грузик, конечно, я такое делаю. Оставил я мою коробочку.
наш поплавок будет. Кусок палки. Можно смело ставить на живца. Было удочку. Словили пшучку. Не знаю, что там было. Вроде такая дернула нормально. Ну, для деревяшки это может что угодно быть. Цепляем червяка на то, что есть. Так. Попытаемся живца наловить. Конечно, с такой оснасткой неудобно забрасывать без груза. О, сразу что-то клюнуло, потащило. Камеру навряд ли будет видно. Наш поплавок импровизированный, ну, опа, все, съела червя рыба. Интересно было бы словить щуку на эту удочку. Ну, мне тут то было. Там еще колобаха у нас стоит. О, уклейка. Споймали уклейку. Что-то она все пошла. Оказывается, это уклейка тут. На уклейку и щука взяла. Надо нам словить пару уклеек, забросить на живца удочку.
что-то перестало клевать. Может, щучка опять подошла. Возьмем спиннинга. Обойдем этот дорог берега. Так. Воблер сниму. Поставлю, мне вертуха где-то была хорошая. Старая, правда, ну уловистая. Вон она. Мэп Саглия. Четверочка. Эй, окунь любит. И щуки неплохо. Побросаем тут тихонько. Может, словим нашего экземпляра, что крючок отгрыз наш. О, потянуло на удочке что-то. Сейчас его словим. О, клея! Уклейка! Словили уклейку мы. Посадим тихонько в ведро. Может, не помрет. Вот у нас живет. Это забрал котам. Его же заглотил крючка. Это уклейку на живца пустим. Сейчас я тут побросаю. Может, словим нашу щуку. Что с удочки съела всю оснастку. Если она где-то там стояла, вот так. Там убежище ее. Думаю, она от убежища далеко не пошла. Хотя, если наелась, так могла просто встать, уже не будет клевать. Ветерок подул, тучи пошли. Наверное, все-таки дождь сегодня нас застанет. Хотя заброшу нашу удочку. Словим еще пару уклеек на живца. Будет живчик у нас. Сходим в машину и пару колобах еще поставим. Сейчас огляну по времени, что у нас. Так. 6:30 вечера. Продолжаем ловить. Ветерок, конечно, поднялся неплохой. Ну, побросаю, посмотрю. С берега интереснее, чем с лодки ловить. Особенно на вертуху. Вдоль берега побросаем. Вдоль берега обычно щука на мелочевку охотится.
Сейчас. Еще одну словим. Съели все. Ну, потащила нашу удочку уклейка. Знаю, наверное, наловим живца сначала. Потом уже будем спиннинга забрасывать. Словлю штук 5-6 уклеек. Думаю, в воде не пропадут они. Поплывом. Колобахи стаи. Ну когда сидишь, так не клюют, только пойдешь сразу, начиная. Кину я прикорма троху им.
попадаться не хочет. Что, сейчас словим. Ловили уклейку. Еще один живчик у нас есть. Такая крупная уклейка попала. Можно мельче на живца. Ну, что ловится, то ловится. Сейчас словим уклеек с десяток. Если будет нормально клевать, поплывем за колобахами. Опа, так. Оп, еще одна. Я ездил на мелиоративные каналы за живцом, на карасика. Наверное, за час одного словил и все. Оказывается, можно было на месте уклей на живца наловить. Разная щука клюнула, значит, неплохо и на уклею будет браться в качестве приманки наживки. Вот уже присловил, еще пару штук или одну словлю, да поплывем рыбу посерьезней ловить.
Так, живчика словили, три уклейки. Плывем, проверим колобаху нашу.